Сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи поручил президент. Все те услуги, которые идут сверх него, должны оплачиваться через систему страхования. Такую задачу глава государства поставил перед правительством. Как мы уже рассказывали, Касым-Жомарт Токаев высказался о существующей практике, когда пациенты получают гарантированные государством услуги на платной основе. Либо бесплатно, либо ждут своей очереди по несколько месяцев. По мнению президента, разрешить эти вопросы поможет единая государственная медицинская информсистема. 9 основных приоритетов, которые обозначил наш президент, они на самом деле находятся в актуальной повестке дня каждого казахстанца. Особое внимание уделено было вопросам совершенствования системы обязательного социального медицинского страхования. Безусловно, огромное влияние и внимание было уделено вопросам доступности и долгосрочности кредитов. И еще один немаловажный фактор – это обеспечение кадрового потенциала и то, что 2025 год будет объявлен годом рабочих специальностей.